Как правильно выполнять региональное SEO или локальное SEO? Я хочу поделиться этим видео, которое записал с Полом Андре Девера, который, кстати, работает в компании, оценивающейся 54 миллиарда долларов. Она называется WorkLead, он там более 15 лет и курирует именно SEO направление. Поэтому смотри это видео до конца, и ты будешь точно знать, как необходимо продвигать твой региональный сайт. Забудь про черные методы, используй только белые пушистые методы, которые дадут тебе результаты, поэтому с этого видео ты точно узнаешь, какие методы сработают для тебя. Как делать локальное SEO в 2021 году? Краткий гайд по локальному SEO. Локальное SEO очень популярно сегодня, потому что 44% всех ключевых слов являются локальными. Конечно же, местные компании хотят получать этот трафик и продажи. Многие люди ищут по локальным ключевым словам и посещают магазины в этот же день. 75%, если я правильно помню, или около того, они ищут в Google, пытаясь найти ваш магазин. Поэтому лучше использовать локальное SEO, и оно отличается от общего SEO. Пол, подскажи, как найти ключевые слова для локального SEO? Локальное SEO – это то, где вы можете просто собрать все города в вашем районе или все штаты, где вы ведете свой бизнес, и добавить их к основному ключевому слову, которое хотите продвинуть. По сути, вы создаете ключевые слова с длинным хвостом, которые локализованы. Это и называется стратегия локального SEO. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на товары или услуги, которые вы предлагаете. Допустим, сантехнические услуги. Ваши ключи будут сантехнические услуги в Окленде, Калифорния, сантехнические услуги в Сан-Франциско, Калифорния. Поэтому, где бы вы ни были, я нахожу ближайшие к вам города и оптимизирую для этих городов услуги, которые вы предоставляете. Анатолий, а что ты думаешь? Да, я согласен. С чего стоит начать? Можете зайти на Google Search Console, это бесплатный тул. После регистрации в Google Ads вы сможете использовать эту функцию. И, выполняя поиск по ключевым словам, отфильтруйте местоположение и проанализируйте, что люди ищут в вашем регионе, создавая свой список ключевых слов. После этого начните изучать намерения пользователя. Это обычное SEO, но оно также работает и в локальном SEO. Вы должны понимать, какой тип контента Google ранжирует по этим ключевым словам. И самое главное, что я вижу в локальном SEO, когда сайты нанимают копирайтеров из других регионов и стран. Но знаете, это не всегда хорошо. Лучше находить копирайтеров в вашем регионе, потому что они знают вас, ваши местные особенности и людей. Они могут разговаривать с вами, используя тот же сленг, обороты или что-то в этом роде. Даже я, когда делаю своим клиентам локальное SEO, я обычно ищу копирайтеров именно в том месте, откуда клиент. Это не столь важно, если у вас есть несколько торговых точек бренда в разных регионах, и копирайтеры могут писать о конкретном регионе. Это вполне нормально. Что ты думаешь об этом, Пол? Да, Google – это отличное место, чтобы начать, когда вы делаете ваше локальное SEO. Особенно очень важна регистрация в Google Мой Бизнес, когда речь идет о локальном SEO, потому что там вы создаете свою организацию как бизнес-объект и затем попадаете в базу данных для Google Maps. Когда вы появитесь на картах, тогда при локальном поиске ваш бизнес будет отображаться. У вас там будут ваши адреса и номера телефонов. Люди смогут писать комментарии и оставлять отзывы. Все это очень важно, когда речь идет о локальном SEO. Как ты это продвигаешь, Анатолий? Как бы ты продвигал свой Google Мой? Думаю, лучше оптимизировать всю информацию. Затем вы можете продвигать в Google Мой Бизнес, используя некоторые функции, которые большинство компаний игнорирует. Отличный вариант – опубликовать в Google информацию о своей компании, потому что сегодня вы этим можете добиться высокой вовлеченности. У вас есть разные способы. Мне больше нравится проводить локальный линкбилдинг, чтобы получать ссылки с других веб-сайтов, и это не только Google Мой Бизнес.
Вы можете использовать Apple карты, чтобы получить ссылки там. Bing, Yelp, TripAdvisor и многие другие. Выбор большой. Лучше установить ссылки во всех сервисах, где вы только сможете их получить. Например, если вы хотите выполнить эту задачу с помощью специальных тулов, то можете использовать Moz, WhiteSpark и многие другие инструменты. Они отлично подходят для ссылания на вас. Вам нужно предоставить информацию только для одного места, и вся эта информация будет во многих других местах. Information will be in many other places. And yep, I think that the best. И я думаю, что лучший способ начать с упоминаний. Второй способ — обеспечить построение локальной ссылки. Знаешь, когда я вижу, как мастера пытаются получить ссылки из других регионов, причем релевантные ссылки, но в локальном SEO это не работает. Например, если у вас есть ночной клуб, и вы получаете ссылки из ночных клубов с других регионов, это даст меньше результатов, чем вы бы получили по ссылкам с местных форумов, блогов или же новостей. Поэтому лучше создать локальный контент для некоторых страниц вашего сайта, и это будет весомой причиной, чтобы на ваш контент ссылались местные сайты. Это мои способы продвижения. Пол, расскажи о своих. Продвигая свой бизнес, я также обязательно должен ссылаться на URL-адрес Google Карт. Таким образом, Google знает, что люди на самом деле переходят по ссылке в поисках направлений и спрашивают сам Google. Например, если у вас есть собственный бизнес, спросите у Google, как пройти к нему, потому что люди на самом деле также ищут ваш бизнес и спрашивают дорогу. Их интересует прежде всего местный бизнес, который находится поблизости. Когда ко мне приходят люди, я говорю: «Эй, вы можете позволить моему бизнесу жить? Просто оставьте отзыв. Оставьте отзыв об организации на Google Мой Бизнес». И Google узнает, что люди приходят сюда. Им нравится заходить сюда, они могут регистрироваться и так далее. Вы также теперь можете добавить похожие ссылки на встречи в своем Google Мой Бизнес. Таким образом, люди могут назначать встречи, чтобы встретиться с вами и поговорить, если вы предоставляете такие услуги, как консультации. Вот что я бы сделал, чтобы продвигать свой Google Мой Бизнес. Да, Google Мой Бизнес предоставляет возможности отзывов, и мне нравятся эти функции, потому что вы можете узнать, что клиенты думают о вашем бизнесе. Кстати, один из моих клиентов поделился, что у его конкурентов 5 отзывов, вернее 5 рейтинговых баллов и несколько сотен отзывов. Я ему сказал, чтобы он не волновался, люди не доверяют таким фальшивым оценкам. Лучше получить немного, но реальных отзывов, пускай отрицательных, они даже более поучительны. Например, Билл Гейтс делится инсайтами с негативными отзывами, которые предоставляют гораздо больше информации о том, как вы можете развивать и внедрять инновации в свой бизнес, чем положительные. Конечно, всем хочется получать положительные отзывы, и если вы делаете локальное SEO и видите, что ваши клиенты довольны вашими услугами и сервисом, просто попросите их оставить отзывы, потому что люди ленивы. А вот когда люди злятся и им не нравится обслуживание, то вам не нужно ни о чем их просить, они сделают это все сами и без вас. И вы можете учиться у них и пытаться решать их проблемы, потому что 30% людей могут изменить свое мнение. Например, если они отправят негативный отзыв, просто свяжитесь с ними. Спросите, что случилось, как вы можете им помочь и как вы можете решить их проблемы. Вы можете сделать им бесплатные подарки или что-то в этом роде. Конечно, это конфликтует с существующими правилами, потому что Google и Yelp запрещают предоставлять какие-то подарки. Но вы можете использовать другой способ. Просто извинитесь за это. Скажите, что вы виноваты и что можете это решить. И да, найдите способ помочь этим людям и извлечь уроки из этих отзывов. Это очень важно. 95% клиентов читают отзывы перед покупкой каких-либо продуктов. Что ты думаешь об отзывах, Пол?
Отзывы очень важны, в том плане, что это на самом деле реальное участие людей. И то, что ты упомянула о продуктах, некоторые люди могут использовать в Google «Мой бизнес». Фактически, вы можете добавлять туда свои товары. Поэтому, если вы продаете товары, поместите их в Google «Мой бизнес». Ваше объявление в Google «Мой бизнес» — это почти как еще один веб-сайт, чтобы вы могли привлечь больше трафика и повысить узнаваемость своего бизнеса. Потому что, если они действительно могут покупать напрямую у Google, это, по сути, то же самое касается вашего бизнеса, что они переходят на ваш сайт и покупают на нем. Поэтому оптимизируйте свой Google «Мой бизнес» с помощью продуктов. Если предлагаете услуги, убедитесь, что вы указали их. Не так ли, Анатолий? Хорошо, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Задавайте нам любые вопросы в комментариях, мы на все их ответим. Поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, на канал Пола, и увидимся в следующий раз.